Наверняка про нам эту теорию, товарищ Гомер. Товарищ пассионарий и субпассионарий. Шо? Есть люди, которым хочется себе на жопу приключений. Те, которым не хочется. Вот, зараза, те, которым хочется, они заставляют меньше тех... зараза, но они заставляют всех работать на себя. Ну, это называется это ИП, все... бизнесмены. Это вкратце на изложение этого. Да. Казалось бы, сидел бы он себе спокойно в пивной, попил пивко, закусывал там какие-нибудь сухариками. Нет, блин, приперлись, елки заставили. Пошли на войну. Мы тут устроили. Ну, вот чем обязательно на войну? Можно что-нибудь интересное придумать. Да это про историю, я уже ну, понял. Это вот при Советском Союзе можно было послать их, например, строить Днепрогресс, какой-нибудь Турксиб, бам, или БАМ. Строили, да. Вот. А перестройку сейчас, сделать. Куда? Поднимать. Поднять целину, елки-палки. А сейчас всех активистов понятно куда сослают. Там испортили. Ну, извиняйте, товарищи негры. Немного поработали бы и, глядишь, построили бы. Коммунизм? Ага. Коммунизм — это хорошо. Как говорил... А я хочу, чтобы по всей земле коммунизм... Коммунизм — это круто. Ну вот именно, что смотря какой, потому что, оказывается, есть много... ответвление, есть какой-то анархо-коммунизм, там еще, то есть оно все очень такое ветвящееся и пестрое. Ну, коммунизм, это же относится к этому, к вопросам экономическим. К утопическим. Не только еще, к человеческому фактору. Кому принадлежат средства производства? От каждого потребного... Каждому по труду. Нет, от каждого, каждому по потребности. По способностям, каждому по потребности. Да, каждому, ладно, вот так надо. Да. То есть у меня, может, способности маленькие. Я у тебя большие. Да, на столечко заработаю. У меня маленькие. А потребности большие. Мне надо вот такую тарелку еды большую, да, и спать до 12. У меня такие. Не, это маленькие. Это вообще фигня. Ну, вот видите, все. Кому яхту надо на Гавайских островах? Не, мне надо, чтобы спать до упора и это. Приходить, когда хочу, уходить. А после упора? После упора медленно, но верно просыпаться, почесывая брюхо. Вот как бы, да, и чтобы, типа... Упорно учусь. Да, и чтобы весь остальной коллектив под меня подстраивался. Вот как я делаю, так и правильно, и мой темполит. В общем, вот это моя версия коммунизма, чтобы... Ну, остальных ты спросил, им это понравится? А не знаю, я себя спросил, ну им же тоже будет... Не, если бы я создавал... У всех есть ложки. У всех есть ложки, да, у меня есть ложки. Сейчас тарелки принесу. Кружка замечательным этим символом. Вот. Создал бы предприятие под названием «Клуб тормозов». Да у нас уже все нормально с этим. Нет, ну, чтобы мы что-нибудь производили, но медленно. Такая тормозная артель тормознутых людей. То есть мы бы все медленно приползали на работу часам к 13. Медленно, например, опять что-нибудь делали. Вот такие медленные люди. А зачем артель? Чего? Артель. А чтобы типа мы были вместе. Вместе тормоза. Вместе лучше. Чтобы он себя не чувствовал одиноким. Нет, чтобы типа много мы тормозов производили, чтобы общество понимало, что это ну, не какой-то психоодиночка, штука, а что это вот группа. Группа тормозов. Что-то полезное производить. Группа психов. Кортик, пожалуйста, порежьте. Вот как его резать, вы мне скажите. Вдоль. Я даже не заметила. Сикость надо. Ух ты, какой красивый. Кому розу? Наташа, конечно. Наташа. Мими-нинец. А что так розы кому?